Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть Spin Hero. Так, воровка Элейна отправляется на второй уровень сложности. Обычные враги начинают бой с двумя очками ярости. Так, бесплатно обновлять магазин на каждом этапе. Открывать золотые сундуки без ключа. И дополнительно сундук на каждом этапе. 30 золота в начале каждого этапа. Не, я хочу вообще тратить деньги. Давайте сундук. Иди, короче. Ну, отлично. Вот так пойдем. Какие интересные предложения, мать. Ну, 400 золотых давай. Ну, нормально, пойдет. У Элейн кинжал. 5 очков урона и еще 25 за каждый. Еще дополнительное очко за каждые 25 золотых. То есть 16 урона просто за накопленное золото. А это уже неплохо. Давай свиток маны. Каждые 3 хода плюс 3 к максимуму. Редкий символ. Давай что-нибудь еще. Говорит, сфера маны. 10 очков маны повышает максимальную ману на 10. Хочешь, чтобы мы волшебницу сделали? Да, в принципе, я-то не против. Волшебница так волшебница. Сейчас такая мана будет огромная. Тут настакаем, здесь настакаем. Сони тоже повышает максимум маны на 1. Давай. Тыквенная голова. Да не тыквенная, просто тупая. Щит. Щит — это хорошо. Давай бомбочку. Две очереди наложены на врага. Непонятно, а что мы накладываем-то? Давай рерол. Пояс Синоби. Давай пояс. Медведь. Оглушили медведя. Это за элиту такая награда. Просто полное говно. Броня есть. Уже хорошо. Злится. Фея это. Настакал нам еще хрупкость, а. Сучка. Прилетела плевуха. Просто, ну чё за фигня? Гроза великанов. Ну, так себе, конечно, вещичка. Звезда Синоби, возьмем. Чё вы шапка? Какая дрянь.
Две стрелы берет. Пять очередей случайного недуга. Давай. И руна усталости. По акции. Ну раз по акции, то давай. Видишь, я атакую его как бы три раза, поэтому я получаю от шипов три удара. Поэтому мне надо избавляться от шлака. Не обещали сундук добавить, что тут один на карте был всего. Рыбный берсерк. Надо было реролов накупить. Мощно как бьет, 49. Ну-ка врежь ему. Скляночка. Это сейчас не актуально, никакие скляночки. Жалко тратить рерол, не хочу. Ну хотя бы забронировался неплохо. Медузе с ее уроном, как меня вообще пробить? Никак. Мы только сгореть, и все. За каждую очередь недуга.
Это пятерку жрет. Это трешку. Ладно, пока нормально. Так, значит, 120. 115. Ну, нормально. По пятерочке там что-то тратит. Жареная медуза будет. Снять с себя недуги. Так, поглощает 3 очка от максимума маны, добавляя их к урону. Восстанавливает очко маны за каждые 2 очереди горения. Здесь как-то странно написано. Вот здесь начинается, дает 3 очка брони. А здесь не сказано дает, здесь сказано добавляет 6 очков брони за каждый сектор. Ну, видимо, это какая-то ошибка. Уж так слишком жирно. Если бы ботинки давали, ну, какая-то огромная броня получается. Немного поджарили. Так, вот у меня 80 маны, и в результате 90. У меня восстанавливается мана. Thank you.
Случайный недуг. Хорошая вещь. Да мы возьмем просто щит. Опасная тетка. А хлеб мы так и не съели. Семьдесят четыре. Ну, видимо, сейчас съедим. И хлеб не выпал сразу. Здорово, слушай. Ну, хлеб-то ешь. Ну, мне дерьма-то настакал просто, сучий потрох. Ну, урон 63 мне, конечно, не страшен. Ничего себе! Ничего себе! Куриную ножку, быстренько восстановить хпшку, давайте это сделаем. Яблочко. Ну давай что-нибудь другое. Блянт несчастья. Мерзкая гарпия. Девяносто урон. Но это не страшно.
Адский посох. Подожди, но он не накладывает никакой горения, просто херачит. Подожди, наносит 20 очков урона. Добавляет 10 очков урона, если на врага наложено горение. А, это как бы растет и растет, растет. Ну, для затяжного, наверное, это неплохо. Боя. Нет, щит давай. Это говно потеряло актуальность. Адский посох. Какая-то фигня. Ну, кинжал вообще тогда не актуален, если я так трачу бабки. Да ты заколебал этим адским посохом. Каждого недуга. Вот оно. Смотри, какие крутейшие вообще штуки. Ну, бедствие возьму. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ты понимаешь, как надо идти? Или не понимаешь? По-моему, тут все монопенисуально. Видишь, какие стратегии тут. Вот так вот пойдем. Что-то надо удалить. Вот эту шляпу надо удалить. Ну, вообще, конечно, ну, кинжал удалить, это, конечно, что-то с чем-то. Но раз трачу деньги, то от него пользы чуть-чуть меньше, чем нихера. Ну, видишь, ну, мало урона он наносит. Только отнимает внимание. Да. Ну, надо признать, что он мне не нужен просто и все. Я же шопоголик. Так, а мне надо что-то еще удалить. Сейчас бы печеньку.
Мана закончилась. У меня сейчас ничего бить не будет вообще. Что ж ты мне про это не сказал? Здесь двадцатку жрет. Тут 15, 35 маны. 45. Да у меня просто нет столько маны, ни хера. Как можно было так ошибиться-то? Да и грозу магов возьмем. Как бы нам только не сдохнуть сейчас. Осколок маны. Ну, сражение-то не тяжелое. Ману-то мы восстановим перед финалкой. Нихера себе, еще тратить хп буду. Ну, прямо охерительно предлагаешь. Как так получилось? А чё ману-то так восстанавливается? Сгулькин хер.
А как это понимать? Вот эта штука восстанавливает очко маны за каждые два горения, наложенные на врага. Я накладываю 80 горения. Сколько эта херня должна восстанавливать? Сорок, что ли? Нет, тут, ну, я вообще 4 на 20 это 80. 80. Значит, 40, да. Нет. Ну, правильно. Правильно, что ничего не правильно. Почему ничего не работает? Эта система должна сама себя поддерживать. И мозги мне не трахать. Тогда, может быть, гроза магов не нужна. Ну, тут я не понимаю, как... Вот это двадцатку жрет. Это тоже двадцатку, это 40. Это нисколько не жрет. Это жрет десятку. Ну, вот десятку это дает. Ну, то есть... Не, ничего не должно тратиться. Все, это все чистый обман. И провокация. Подожди-ка. Еще немного усталости накласть. Ты заколебал просто говно предлагать, сука мерзкая. Не могу сообразить. Ты можешь? Хера не понимаю. Почему мана восстанавливается как полное говно? Где шарик этот гребаный? Хер поймешь просто, как вы работаете. Накладывает 20 очередей. Ну да, я понял, какая-то последовательность.
Да, маны нет, вообще полное говно получается. Серии ролл, естественно, закончились уже. Ну да, важна последовательность, он как идет. Ну, хотя вот, вот шарик. Он должен восстановить вот с этой хероты. Блять, ничего не понимаю. Реально, ну какая-то шляпа. Ну, на нем горение 38. Как так? Почему так мало? Ну да, потому что мана вся закончилась. Ой, бесит как. Как же бесит. Просто у меня вот этот маха, вот этот возьмем. Тут определенно какая-то лажа. Ну, полная херня, короче. Ясно. 50 горения. Может, ты тогда ману начнешь восстанавливать. Сучий потрошок. Ну, короче, ясно. Мне если половину маны сжирать просто за ход. Все время. Непонятно какого хера. Да, методология расчета. Вот хитрости. Не, ну настакали ему, конечно, по самой не балуйся. Просто могли в два раза быстрее его победить. Ну что, прошли второй уровень сложности.
Открыт третий. Здоровье и мана не восстанавливаются между этапами. Ну, будем третий играть за Болдуина. Ну, я пройду не на запись. Первые два. И третий будем играть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на канал на Рутьюбе. Там тоже ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.